Снова я, Ольга, позитив с программой «Подтянутый живот, тонкая талия». Итак, следующее упражнение. Для него мы используем стул. Встаем с задней стороны, то есть сзади, да, стула, к спинке стула. Подтягиваем таз, чтобы он прям соприкасался со спинкой стула. Руки кладем на ребро с одной стороны сиденья стула и с другой стороны сиденья стула. То есть вот мы, они прямо находятся у нас на сиденье стула. И что делаем? Мы качаемся из одной стороны в другую сторону. То есть прямо вот едем по спинке стула, ребро спинки стула в одну и в другую сторону. И затем после минуты мы фиксируем и дышим. Я буду дышать только, буду показывать в одну сторону, вы сделаете потом еще подышите в другую сторону. Итак, начали. Выдох, вдох, 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 вдох. Фиксировали и дышим. Вдох, 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 выдох. Выдох, 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 вдох, 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 выдох. Выдох, 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 вдох, 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 выдох. Выдох, выдох, выдох. На вторую сторону самостоятельно.